Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня Doggy Miner, называется Doggy Miner VIP. По заработку Doggy Монет. Это инвестиционный проект, и все, что связано с инвестициями в интернете, всегда подвержены риску. Имейте это в виду. Регистрация наипростейшая, прописан телефон или цифры, похожие на телефон, пароль, инвайт-код пригласителя, прописываете имя, нажимаете регистрация, авторизация по мобильному телефону и паролю. Значит, попали мы в кабинет, депозит. Минимальный депозит здесь от 10 монет. Вот здесь перевод на основной счет. И множество криптомонет, откуда можно пополнить. Я делала депозит с Doggy Chain. Так как это Doggy Miner, я не стала другие монеты брать. Кликнула перезарядка, скопировала адрес, перевела вот на этот адрес 20 монет я депонировала. И кликнула, после чего отправить успешно. То, что я сделала, как бы депозит вот здесь, рекорды, ну такой вот период, плюс 20 монет я закинула, зашла я сюда 2 мая. И вывод здесь доступен только на следующий день после депозита. Значит, 2 я зашла, 3 мая можно уже выводить. Так, далее что? Трейдинг. Плюс 2,81. Ну, процент небольшой, конечно. От депозита нам будет капать. И я получала вот 0,56 с 20 монет. Минимальный вывод здесь от 0,10 монет. Вот. И я профукала вчера свои денежки. Ну, я не профукала, как бы. Я их вложила, не зная того, в общем. Но, тем не менее, теперь я буду получать 0,59, получала 0,56. Но, чтобы был доступен вывод, нужно, ой, господи, обязательно заходить вот сюда в трейдинг и собирать вот эти монеты. Так как, если я зайду на вывод, вкладочку от снятия, у меня баланс по нулям. Сейчас я соберу свои монетки. Вот эти 0,59. Получать. Все, я их получила. И они капнули уже мне на баланс для вывода. Снятие. Вот 0,60 монет у меня. Значит, ну давайте тут пройдемся по вкладочкам, потом поставлю на вывод. Так, трейдинг я вам показала. Вывод доступен через 24 часа после депозита. Вкладывать деньги. Ну, вот здесь как бы вот у меня VIP-1. И куда мои монетки улетели, я 2 дня собирала. У меня 1,12 монет. Я их того не знаю. Перевела вот сюда себе на депозитный счет. Вот так. Да, далее. Ну, здесь по нарастающей идут проценты. Вкладочка «Делиться» находится реферальная ссылочка. Копирует. И ссылочка автоматически копируется. Тут дается бонус, но он ни о чем. Так как я получаю только прибыль со своего депозита. Значит, здесь команда. Вот первая линия. И вот смотрите. Так. 3-4 уровня. Так. Далее команда. Перевод на базу. Вот здесь у меня, видите, 0,60. Вот это моя прибыль. У меня было сколько? 1,12, да, я вам показывала. Но я его взяла, перевела вот сюда на базовый счет.
ставила, и они у меня упали на инвестиционный счет. Этого делать я, конечно же, не буду. Так, далее. Так, изменить пароль, делиться. Это реферальная ссылочка, ну и уведомление, если мы кликнем, то тут у нас есть, можно перейти в Telegram, у них подписаться на новости, ну и здесь сервис их. Так, далее что? С этим разобрались. Здесь русский язык стоит уже как бы автоматически, здесь он переводится сразу. Теперь по поводу вывода денежных средств. Если вас заинтересует проект и вы захочете присоединиться, значит, что нужно сделать? Вы соберете вот эти монетки, значит, нужно будет прописать адрес кошелька. Я прописала с Dogechain. Значит, видим, я сейчас буду выводить, у меня последнее пополнение, плюс 7.40. Так, значит, что? Вот здесь у вас будет вкладочка прописать адрес кошелька, выбрать вот кошелек цифровой валюты. Я вот с Dogechain взяла кошелек. Вы прописываете этот кошелек. Вот, и сохраняйте. Будьте внимательны. Кошелек потом изменить будет нельзя. И также нужно сохранить и ввести секретный пароль, так как он будет нужен при выводе монет. Значит, сюда я прописываю сумму. У меня что там? 0.60. 0.6. Значит, сюда поставлю на паузу и введу пароль, так как он высвечивается, и кликну «Снятие монет». И вот я поставила свои монеты минус 0.60. И еще, когда вы будете первый раз выводить, чуть не забыла, вот, нужно будет присоединиться, написать им. В общем, у вас появится окошко. Кликните на окошко, вас перебросит на WhatsApp. У меня WhatsApp установлен на компьютере. Вот я его синхронизировала с телефоном. Скопировала код и отправила код подтверждения. Они у меня спросили, депонировала ли я. Я сделала скриншот, что я закинула 20 монет, им отправила. И они, пожалуйста, открывают вывод. Вот такой здесь немножко такие вот заморочки. Вот, в ожидании перезагрузить. Как долго будет в ожидании, не знаю. Так, теперь что нужно? Вывод, снятие. Значит, баланс мы, как видим, по нулям. Кликаю рекорды. Все пока в ожидании. Поставлю на паузу, подожду. Прошло минут 5-7. Как видим, успешно. Я обновила страничку. Ну, пока я тут на кране посидела, пока ждала. Вот, все, минус 0.60. Переходим в кошелек. Вот Dogechain, транзакция. И, пожалуйста, плюс 0.60 монет. Видим, платит. Ну, я и не сомневалась. Зашла я в него в день старта. 2 мая он стартовал. Так что он свежий. Естественно, он будет работать и платить. Как долго он проработает, я не знаю, я такой же участник, как и не все. Но напоминаю, что нужно ежедневно заходить и забирать вот эти монеты. Если не кликнем, то монет не будет. Но, в принципе, и все. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких.
До новых встреч!